состояние Джигарханяна резко ухудшилось. Подруга артиста рассказала, что легендарный актер очень плох и сильно сдал. Женщина, чье имя не называется, заявила, что состояние Джигарханяна резко ухудшилось в последние дни. «Я очень боюсь, что эту зиму он не переживет», – высказалась она. По словам женщины, артиста сильно подкосила история с бывшей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской, которую Джигарханян обвинил в предательстве. На него сегодня больно смотреть, особенно для тех, кто знал его цветущим и бодрым, высказалась знакомая артиста. Ранее, на этой неделе, бывшая жена Армена Борисовича, Виталина, получила 200 часов исправительных работ. Суд признал ее виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни бывшего супруга. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!